Не валяй дурака, Америка, за моря не скучаешь, поди. Сергей нашел бельчонка, он к нему на работе пополз. Бельчонок маленький. Вот его хвостик. Он думает, что мы его родственники. Он из рук кушал уже виноградик и яблочко. Сейчас он спит у меня в руке. Мы ему купили клетку для хомяков, маленькую пока. Вот, так что он будет нашим бейбичкой. Смотрите, какой маленький. Он спит. Вот так, мы его сейчас греем. Ночью, конечно, он будет спать в клетке. Мы ему дали майку, в которую он будет завернутый. А сейчас я хотела его погреть, чтобы он чувствовал, что я его любящая мама, что его мама рядом. А там, где Сергей работает, там хозяин дома заплатил, чтобы деревья срубили. И вот он остался, получается, без гнезда, без мамы. Мы решили его забрать, потому что хозяин держит много собак. Да там у него уличных только 3 кошки. Поэтому мы решили, что если мы его оставим в надежде, что белка заберет, что его просто сожрут кошки или собаки. Поэтому теперь у нас назвали они его Квизи. Они сказали, что он мальчик. Они считают, что у него там причиндалы торчат. Вот такой он у нас. Тогда Гриша. Ну, они Квизи уже придумали по-английски. Дар сказал так. Так что он пришел к Сергею Ивановичу прямо на руки. Шел-шел и пришел. Вот он, видите, спит малыш. Устал. А что, он яблок напоролся. Виноград, яблок наелся, а теперь елки-палки это. Ну представьте, какой вот он махонький. Глазки открыл. Ужас. Какой махонький. Он хочет спрятаться, да. Свет ему мешает, Оксан. Хочешь найти укромное местечко. Ладно, ладно, ладно. Хорош. Так прикольненько. Так прикольненько. Все, уже схватился за меня. Все, нашел он укромное местечко. Птичка. Все, спрятали. Не может еще отгрызть ее, понимаешь? Но пытается. Вот-то, 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 вот-то. Манюськи, селёдки и зятюськи. Мы находимся в офисе ветеринара. Притащили сюда своего бельчонка на проверку. Он спит. Мы не хотим, чтобы он у нас умер, поэтому мы решили все-таки его привести к ветеринару. Сегодня день затмения, но до затмения мы решили сюда прийти. Сергей Иванович, покажи мне, на каком этапе ты сейчас находишься и что... Ну вот, где будет баня. Вот эта баня и есть. То есть, я снизу специально положил waterproof, специально защитный брус, водостойкий. А потом на водостойке уже положил тубайфор, ну, обыкновенный. Вот, то есть у меня баня получается вот такая вот махонькая. То есть здесь будет парилка сама. Угу. Здесь и выходишь с парилки. Здесь вот, видите, там есть маленькая дырочка. Вот, туда все будут писить ходить.
ну и там по большому, по маленькому. Слив с обратной, с другой стороны. А здесь будет маленькая прихожая. То есть вот у меня уже венчики готовые почти. Такие вот они, я их сушу здесь. Потом они на чердаке у меня будут там. Ну это недоделанное. Здесь будет лавочка такая красивая, холодильничек маленький. А раз ты окно в предбаннике сделал, значит, ты планируешь занавески тут вешать. А здесь и будет, ну, или занавесочки, или я не знаю. Вот такой вот у меня небольшая банька. А! Проект. А то, правда, красная от этой бани, как зараза стала. Сегодня дети помогают красить студию спортивную. Красавчик, посмотри на маму. У мафию ноги сильные. Mafia got strong legs. It's about strength. No, it's not. Dar can't pass it. Dar, what are you doing? Why are you putting your arm in? Я против расизма. Это шутка такая, подожди, сейчас я шутку придумаю. Я против расизма. У меня цветной мужчина. Розовый. Вы же необычные люди. Я необычная женщина. Мне нужен необычный мужчина. Вот я себе розового всю жизнь искала, смотрите. Ты что гонишь? Я в натуре в интернете неправильно пойму. Keep that there. Look through one of my holes. Letter P. That means I can help you. Look out there. And I'm going to at the E, okay? Keep your eyes on the E. Right at it, right in it. Look here at my nose. Good, 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 good. Let's get you behind here. No! Ну, так покажи их мне. Дар, посмотри на меня. Очкарик, милый мой очкарик. Glasses. Ну, так покажи их мне. Дар, посмотри на меня. Очкарик, милый мой очкарик. После августовского шторма радуга над городом такая большая и красивая.
И даже я вижу двойная радуга. Раз, два, видите, две. Двойная радуга. Ха-ха. Вот так встречаю детей со школы. Они приходят в 3, старшие, а Ванька в 3:30. Стараюсь фрукты им нарезать. Вот манго, яблоки и арбуз. Иногда бывает просто арбуз. Иногда просто яблоки. Ну, в общем, по-разному. А ужин у нас где-то в 4-5 вечера. Садам! Как говорится, спокойный вечер в кругу семьи. Все джиу-джитсу. Just spank his butt. That's all. That will be an unexpected way. Из города Липецк. Ура! Папаша с детьми играет. Сергей Иванович обычно не любит ни с кем играть, но любит, чтобы в его проектах участие принимали. Дантисты сидим. Они не могут спокойно сидеть. В кабинете у дантиста есть вот такая электронная игрулька для детей. Я сейчас в ресторане Logan Steakhouse, но я не одна, я с Даром. Посмотрите, какой мне шашлык принесли с грибами и с овощами. Бабувной ездила с Даром, наконец-то нашли, что ему нравится. И нравится его размер. Дар, покажи мне. О, май гаднес. И сколько такие? А матч Магонаха в Хардатах? $80. Да, он стоит. That's all. Ну, пойдем. Платить будем. Итак, реалии августа. Хочу показать вам растение, которая называется труба ангела, которая цветет именно вечером. Видите, какие большие бутоны. Я его посадила вместе со своими сыновьями. Оно благоухает ночью, привлекая бабочек, которые его опыляют. Так что моя коллекция экзотических растений пополнилась.
Вот, желтая труба ангела. А вот она. Розоватая, персиково-оранжевая. И кошара, конечно, пришла. Да. Это кановая лилия вот так цветет. Обратите внимание, листья обгрызаны. Есть такой вид ос. Они вырезают в листьях дырки и тащат свои гнезда. Есть земляные осы, я читала. Сергей вот эту сетку, chicken wire, куриная сетка, присобачил к забору, потому что у нас тут плетущиеся растения. Сейчас покажу поближе. Вообще-то я сажала клематис, а воздух, ветер принес какие-то семена, и теперь даже не видно клематиса, какие-то мелкие цветочки. Но и цветет вовсю, и желтые мелкие цветочки. Видите, как смотрится. Когда начало разрастаться, я говорю: Сергей, срочно надо, чтобы было за что цепляться. Вот такие апельсины. Дерево мы сажали, когда еще оно только цвело. Так что осенью у нас будут свои апельсины. А лайм у нас здесь дает плоды. Персик еще болеет. Кому? Мне? Мне, да, подтянись, пожалуйста, или на турнике. Или детям. Ну, дети сами по себе. Ну, пока, давай покажем подписчикам, как ты подтягиваешься. А то Сергею Ивановичу 58 лет. Так пойдет? Нет, ну побольше сделай. Ну, чего я должен делать, если я это могу делать? Ну, еще сделай то, что-то. Сколько? Ну, сколько хочешь, столько сделай. Да конкретно ты надо говорить. Ну, 10 раз сделаю. Ну, 10 раз ты не могу. Это не точно, у меня 50. Ну, ладно. Ну, могу. И такое. Хвастаться своими экзотическими растениями. Несмотря на то, что пасмурная погода, идет ураган. Ураган пришел на Хьюстон, Техас. Вот такой дождь. Мои цветочки Passion Flower, цветки страсти. Видите, как они прекрасно смотрятся. И даже какая-то гусеница спряталась от дождя здесь. Экзотическая гусеница. Смотри, какая гусеница здесь необычная. Она, видишь? Такая вся какая-то острая, с острыми. Этим надо опрыскать. Вот так что вот, цветок страсти. Вот как он смотрится на ладони. Вот такие дела. А, самое главное забыла сказать. Мы показывали вам своего бельчонка. Бельчонок умер. Не смогли мы его выходить. Все-таки, наверное, ему еще нужна была мама. Такие дела. Заряжаю вас на благополучие, счастье, здоровье. И много-много денег. С Алабамой. До новых встреч!